А чего этот момент такой? Хозяин сказал, что... Що мені винні? Що вони оце залишилися без домівок? Ну вони винні в чомусь. Я прийшла, бо це мої діти. Це мої діти. Внучку 10 років. Та що ж це можна розказати, діточки мої рідненькі? Ви бачите, що робиться? Хто це мог таке подумати? Прожити отак всю життя, отут прожити все життя. І таке оце, от бачите, зробили. Я правильно кажу, синочок? Зробили і бачиш, що зробили. Діти остались без жилья. Вибачте, будь ласка. Там двухэтажный дом был, и туда все попало, это посносило все тут у нас. Мы еле успели с кровати потекать. Дети гибнут, за что? Что это такое? Ну представьте себе, вот попала в этот дом, вот в этот девятиэтажный, а у меня рядом квартира, и все, ну и не только у меня, во всех, по району все это случилось. Вот это в этом подъезде жила моего сына, одноклассница на 6-м этаже. Вот не знаю, живая она или не живая, вот. В общем, жуть.